Так, всем большой привет. Делаем задание для повышения классификации бойца. Задание у меня, мать его, как оно меня достало, сложное, так скажем. Убить 10 врагов за 35 секунд. Не знаю я, что делать. Попытка номер 1 150 000. Пошли. Так, вот они мне здесь поотмечали. Как бы мне сделать так? Раз, два, три внизу, да, плохо. 4, 5, 6. Так, дрон у меня только позволяет троих засечь. Надо как-то то ли поближе, то ли что. Все, давайте засекать. И он, допустим, один возьмет, он его не возьмет, я не знаю. Есть, взял. Он того бы еще... Или он того... Есть, взял. И еще одного по-братски. Есть, взял. Погнали. Есть! Испытание пройдено! Йо-хо-хо! И бутылка рома! Мы это сделали! Блин, сколько я трудился! Ну, пятый раз попытался. Фух! Блин, слава богу, у меня запись шла, а? Ну все, теперь-то я и переповторить могу. Теперь мне не страшно серый волк. Ну что, кайфов, кайфов. Яу! Я так рад, мы сделали это, собаку бешено. Ну нормально, можно, можно было. Все, вот они все. Да, теперь, козлы, вы мне вообще не страшны. Как-то так. Ну все, не буду я дальше, пойду вон ту подниму тему. Продолжать дальше не буду, это мне просто надо будет дописать, или я так выкину. Все, давайте, увидимся, услышимся. Канал Багроса для наших новичок. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся. Давайте вот этих еще добью или не добью. Теперь мне уже по барабану. Вот они, хоть и бегут, где вы раньше были, блин. Ушлепки. Теперь у меня вообще по барабану. Ну все, на этой прекрасной ноте. Практически, ух ты. Ну давай, давай, хотите повоевать, чуваки? Че вы, блин, давайте повоюем. Давайте, пацаны. Мы задание сделали, мне теперь насрать. Вообще. Как вас валить? Тут с таким успехом могли бы еще раз его повторить. Кто там? Ты, Дронидзе, блин. По барабану. Потом, ну ладно, я если что, потом еще коротенький сделаю, это как будет мини-гайдик, тоже как вариантик. Все, здесь мы всех завалили. Фу, ну наконец-таки я сделал. А как мы сможем здесь спрятаться, чтобы меня никто не увидел? Походу это будет тяжело, но я пока хочу выйти живым. Ну все, ложимся. Да давайте вертолет чпохнем. Да, этим походу будет сложно. Чё, получила говно собачье? Там еще кто? Давай постреляем. Теперь я ничего не боюсь. Где вертошлет? Давай вертолет. Ух ты, какой крутой! Ты даже так стрелять умеешь? Сейчас мы тебя задолбим. Есть! Сбили ушлепка. Е-е-е, и бутылка рома. Пойдем там еще постреляем.
Кто там еще желает умереть? Давай, перезарядись. Кто там? Пулеметчик. Как он долго заряжает эту фигню? А, слушайте, у меня же есть дрончик. Знаете что? Мы сейчас дрона туда пошлем. А, нет, не пошлем, далековато. Видите, он тоже не посылает, когда далеко, если что, имейте в виду. Фух. О, все, хавздец ему. Оп, и нету черта этого. Ладно, все, погнали. Все, на этом я заканчиваю. Канал Багрос для наших новичок. Подписываемся, ставим лайки. Убейте 10 противников за 35 секунд. На щитном заводе острова Голема мы сделали. Все, увидимся, услышимся. Я это после своего стрима допишу. Такой стрим был неудачный, чертовски. Если бы я знал, как это делается. Ну все, добили мы, короче, эту тему. Эта собака еще от меня отворачивается, обиделся тоже.